Не успел отойти от одной битвы еще, ё-моё, уже вторая. Ну хотя бы у меня все на ногах. А, кстати, версия Римки пишется даже. Прикольно. Не обращал внимания. Такс. Их вроде не так много. Надеюсь, сдохнут все на ловушках, потому что у меня здесь вообще еще ни черта не восстановлено. Так, а у нас что? Следует. Так мне пока исследования не нужны. Давай-ка мы с тобой сюда прогуляемся. Эй, а, пошла уже, отлично. А, двигается, двигается сюда. Погоди, это ты у нас не умеешь? А, понятно. Как тебя бы обозвать, так чтобы понимать, блин, что ты даже стукнуть никого по роже не можешь? Они скоростные. А чё у вас, ребят, за такие доспехи, что вы бегаете как... А, броня преследователей. Так, так, так. Вибронож, он дорогой, зараза. Так, насколько у меня получается там... Ни хрена у меня богатство скакануло. Японская блоха. Плохо дело. Чё вы там пинаете вот стену, скажет мне? Вот чем тебе стена помешала? Через дверь не зайти? Смотри, дверь открыта. Ой, дебил. Ой, дебил. А вы не охренели так хорошо бегать по моим ловушкам? Может, сдохнешь? Хрена себе. Сказал я себе. Такс. Вот это уже очень странно. Беги, подруга. Как можешь, беги. Чё они спёрли? Ладно, хрен ты с ним. Воры наглые. Блин, хрена себе они прошли здесь, блин. Без проблем особенных. Но мне еще повезло. Так, у тебя там сильно? Трещина, синяк. Ну, считать того, что тебя плазменным мечом шурбанули, тебе еще подруг сильно повезло. Я тебе так скажу. Так, а этих у нас не повредили, да? Так, у этого все в порядке, лечится, парни, нормально выжил. И опять, как всегда, я неугомонен в планировке. По поводу интересной вещи. И она тут. Вон, зацените-ка. Все проталины видны. Вот домики есть. Слушайте, очень удобная штука. О, здесь открытая местность. Говоря, здесь может кто-то залезть.
Ладно, пока это не важно. Сделай себе пока наброски для комнаты. Придумайте, во-первых, себе, где сделать производственный цех, всякую остальную лабудень. Но это я буду думать уже по ходу дела. Сначала главное выкопать это все и посмотреть хотя бы, что за рис я нарою себе. Мне так кажется, себя подзабезопасить, турели воткнуть. Помпа это хреново очень работает, я вам скажу. Защита. Турели бы получше ставить, конечно. Гена турель. Рокет турель. Вайс. Здесь на всякие турели довольно-таки много всего вкусного. Сколько бьет? А, она с человеком. Как мило-то. Зараза. Под электричеством с человеком? Серьезно? Прикалывайтесь. Это что у нас? Ладно, будем сейчас пробовать разные виды турелек. У меня компонентиков есть. Стальки, стальки, стальки. Мало, кстати. Надо думать еще, как аккуратнее их порасходовать. Не, мне это понравилось. Сижу, занимаюсь своими делами. Ни оповещений, ни хрена нету. И чисто случайно заметил, что мне тут стенку пинает, потому что я решил посмотреть, что с моими турелями. Что за... Откуда они вообще появились? Я вот счет юмора не просек. Реально не очень ничего, никаких сообщений не было. Слов просто нету. Короче, действую по старинке. Самый эффективный способ. Это сейчас вам покажу. Ну, в общем-то, наверное, многие его уже знают. Это, короче, строите турели внутри и переносите их нафиг наружу. Ну, потому что тут без вариантов. Мне это начинает уже надоедать. Раз, два, три, четыре, пять. Я вот такую кругленькую построю. Посмотрю, что она из себя представляет. Даже вот две поставлю. Так, ладно, ребят, пока давайте горцуйте на исследование. Поживете потом. Я вот ей-богу не понимаю, что они здесь делают без оповещения, самое главное. Вообще такой прикол мне нравится, блин. Может где-то здесь какой-нибудь психокорабль был? Нет, кораблей не точно тут не падало. Я как раз смотрел за психокораблями, за обычными ядовитыми. Да. Без оповещения, случайно. Короче, хрен его знает. Погоди-ка. Может, этот козел их производит? Ни хрена их тут. Нет, на меня реально не было рейда никакого. Что за нафиг? Что за дичь здесь творится? Ну, это просто активный корабль, от него вообще ничего не ехало. Кстати, а может это реально от него? По пути движения немножко, конечно, напоминает. Я, честно говоря, даже не знаю, о чем и думать. Конечно, все интересно. Сюда гадость.
может, они реально с корабля вылезли? Надо как-то подумать над этим вопросом. Мне лично стало интересно, откуда они выползли. Давай отниму. Да? Строитель. Маршируй. Они реально, походу, с корабля выползли. Так, два дракошки скоро умрут, и я смогу их зацапать. Это хорошо. Отличненько. Погоди, поровну, что ли? Хо-хо-хо, вообще шикарно. Че, вот эти вот козлы бы... А, все, у них прошла эта вот жажда крови. Ну, порядок, еще двух дракошек приходит. Блин, отстой, энергия вся кончилась. Вспышка была долбанная днем. Ой-ой-ой, Туралька, ты чё так по себе лупишь? А, все, энергия уже дана, отлично. Ну, неплохая, конечно, турель. Но у меня минус две турели. Ошибись. Вот так вот в легкую. Так, энергия все дана, надо тогда, наверное, будет... Смотрите, что с аккумуляторами, сколько у них там зарядка идет. Все, зарядка пошла. 2500 у всех, да? Тут больше. Ну, ладно, это не столь важно, главное, зарядка пошла. Так, идут ко мне проблемки, и мясо портится. Так, его срочно надо включать. Тут ближе всех. Док. Иди переключай. Долбанные тараканы. Погоди, кто это там так хреначит? Да... Чего? Ох, ядрить твою напала. Так, а можно дождик как-нибудь организовать? Так, турельки еще живы даже? О, да они сильно даже не повреждены. Хотя я чувствую, если они жахнут, это будет не весело. Надо быстро их потушить, попробовать. Ты хрень бронированная, ты сдохнешь, что ли?
Так, туши турель. Что он там начал тушить? Так, почему я двоих выбрал? Вот, блин, засада-то какая. Давайте, валите, валите их. Блин, звездец какой. Так, не сильно пострадали. Блин, жесть. Сколько хоть уцелело-то турелей? Но хоть что-то уцелело, и то радует. Капец. Я, конечно, все понимаю. Но это просто звездец реальный. Так, ладно. И будем разбираться тогда, что когда почем. Пока это вырубаем. Турельки молодцы, справились хорошо. Ты, скотина, сдохни, блин, здоровая. Да, он бронированный, это капец. Что-то я смотрю, за мной одни арахниды и бегают, блин. А, ну это такой налетик легких арахнидов, но хотя я мясо с них получу. Или шкурки. Хоть толком ничего, да? Так, ладно. Где у меня жертва? Чай. Сейчас посмотрим, как наши турельки будут все ухайдохивать. Надеюсь, по крайней мере. Хотя такую толпу не факт. О, жесть. Да, я вот не знаю. Одни тролли имбовые, а других, походу, толку нету. Так, давай-ка кремацию изучим, кстати говоря. Пригодится. Тебя не повреди, дурында. И турель другую не сшиби, хотелось бы сказать. Они пытаются прорваться еще, гады. Турели разносит вообще в щепки свои собственные. Первые матрешки. Да, но она не повреждает мрамор. Вот что интересно. Куда поперся? Турелька-то хорошая, если бы она еще своих турелей другие не убивала. Сыновей не было. А, ну конечно. Ребята, блин, вы меня за... в корень уже по полной. Он идет туда вообще нафиг все.
Вот так вот, молодцы. Так, ладно. Здесь у нас будет приличное, я смотрю, мясо насекомых. А, без сознания. Строить копию, да? Вообще-то копия бы не помешала, если честно. Ладно, сталь у меня есть, хрен ты с ним. Делаем вот так вот. Жесть просто какая-то. Как говорится, первая оборона поважнее будет всего остального. Так, ну это мы одолели. Я тут уже начал комнатки подготавливать. Но надо очень много здесь убрать. Поставил себе роботов, потому что больше я не вижу вариантов здесь убирать. У меня ребята сходят с ума, если начинают здесь бегать. Здесь очень жутко некрасиво. Надо их сюда посылать раз где-то в 4 дня. Они так более-менее еще выдержат. Yellow Dragon. Вот как раз драконов-то и ждал. Небольшая их партия. Бешеные дракончики идут. Будем проверять наши турелечки. Такс. Вам здесь находиться и кричать занято. Энергии хватит, хватит. Ладно, подождем, пока они поближе подойдут. А я бы не сказал, что они так и далеко. Нет, они довольно-таки далеко от меня. Куда они поперлись-то вообще? Забавно. А, так они вообще все атакуют. Мило. Так, вот такие мне подвесоны не нравятся. А, у меня что, дверь закрыта? Вот что они ко мне не идут. Понятненько. Иди, вкусняшка. Так, если я смогу завалить этих драконов, это будет очень-очень неплохо. А, вы же с собой еду носите, я все забываю. Я их просто здесь запираю, иначе они исследовать не хотят. Так, где там дракошки-то? Ну, они довольны, все хорошо. И хрен с ними. Так, поехали далее. Геотермальная энергия, конечно, мне сейчас нафиг не нужна. Chain Production. Химическая продукция. Пусть будет, может, это с Сибирем. А, так они мою тут капибару вали. У меня же капибара была. Это новость. Понятно, что. Такого было интересного.
Ну-ка, давай посмотрим. На этой безумии. Так, где мой этот выключатель? Включатель. Надеюсь, он никуда не додумался сбежать. А есть простой. Да ладно. Приятного аппетита. Ну, турельки, конечно, сильно достается. Я, правда, не могу понять, почему эти не работают. По идее, должны надолазить. Не, ну шкуру, конечно, их продолбить не так-то просто. Ой, у меня сейчас тролька гавкнется. Нет, тут дракон, это вообще хуже, дальше ехать некуда. И, короче, нахрен двери закрывай. Главное успеть до взрыва всех турелей. Ребят, сидите и молитесь. О, многоствольное оружие. Ты там где, друган? У нас остается мало времени. Я вообще их хоть как-то повреждаю. Сколько она еще выдержит? Но она крепкая, кстати. Была. Была. У папа была собака, он ее любил. Держись. Да, блин. Но тут я смотрю 11 часов, они вроде-то и помрут в скором времени. Жутко мощные тварюги, жутко мощные. Так, мы этим исследование делаем. Давайте-ка посидим, посмотрим. Эти атаковать уже не будут. Что? Да вы чего, блин, издеваетесь? Ой, бляха-муха, этих только мне не хватает, дебилов. Блин, беда что, одна не приходит, два красных дракона. Я с одним-то хрен справлюсь, даже с турелями. Да. Так, и как же быть? Жажда крови. А кто бы сомневался? Так. Надо подождать, пока тут эти дракошки кровью истекут, да передохнут, да попробовать вылезти. А так просто они не передохнут, да? Ну, буду что-то придумывать, вряд ли я смогу заполучить эти тела. Что-то мне так не кажется. Хотя можно попробовать их прогнать по ловушкам, кстати говоря. Сейчас подумаю, может, в натуре прогоню по ловушкам.